мне всегда очень хотелось, чтобы зритель не просто пришел, ну, во-первых, не так часто, к сожалению, ходят люди в театр, да, как бы нам хотелось, по статистике от 10 до 20% всего. Вот. И коли же человек пришел сюда, чтобы он посмотрел не просто спектакль, он увидел выставку, он посетил, сейчас мы будем с удовольствием открывать наш музей, да, и посмотрел спектакль, то есть три в одном. Не помню слов, улицы, занавес, слово, повреж, готов!